Девочки, мальчики, всем привет! Как вы поняли, у нас с вами влог выходного дня. Я сегодня вам хочу показать. Вообще, у меня сегодня такой день ленивый. Я сегодня делаю, что хочу. Никуда не собираюсь. И я сейчас морально истощена. Из-за войны, из-за здоровья, которое меня немножечко все еще подводит. В частности, то, что я похудела уже на 2 килограмма. Я сразу же написала врачу своему. Завтра у нас будет с ней созвон. Она мне сказала дальше пить железо. Таблетки железа. У меня пониженное железо, ферритин. И я еще пью витамин D. Это меня очень сильно расстраивает, потому что очень много усилий к этому приложила. Очень много денег потратила. Очень часто хожу в зал, чтобы это все было как-то в комплексе. Но я уже вижу, как у меня похудело лицо, похудели руки, ноги, попа. Ушла, короче. 2 килограмма с меня просто вот так уж слетело. Зубы дали о себе знать, у меня начал слазить прикус, зубы начали двигаться, потому что мне надо ставить 2 импланта. Я это собиралась сделать после зрения, но с финансами случилась какая-то жопа, и все приостановилось. Моя вторая работа вообще сейчас на нуле, никаких заказов нету, поэтому денег взять неоткуда, и, скорее всего, мне надо будет ставить в рекеты. На вид все хорошо, да, так ровные, красивые зубы, но там еще много работы. Именно по выравниванию прикуса и имплантов. Я не знаю, зачем я вам это рассказываю, но раз так, так, так. Это, знаете, такое вводные 4-5 минут для того, чтобы понять вообще, что в жизни происходит, а потом сама жизнь. Еще у меня мое видео после того, как я съездила на обследование зрения, набрала резонансы и просмотров, и начали мне писать всякие гадости. Люди, которые некомпетентные. Я такого начиталась, конечно, уже 3 раза испугалась, но тем не менее, все равно буду верить только своим врачам. Тоже вот, когда видео залетает в какой-то топ, я к этому морально тоже не готова, потому что начинаются какие-то такие долбанутые комментарии дебильных людей. Я просто это вывести не могу, мне так морально тяжело. Я просто делюсь своей жизнью, что со мной лично произошло. Мне начинают писать какие-то дебилы, которых я частично блокирую, поскольку я не вывожу это, с ними вести полемику, чтобы вы понимали. Короче, я пытаюсь как могу держаться на плаву, поддерживать других, но иногда это не помогает. Поэтому сегодня по максимуму я буду делать все для себя, что захочу, не захочу, чтобы как-то морально себя восстановить. Плюс у меня было 10 дней без выходных, у меня подружка, коллега была в отпуске. И вот сегодня у меня первый выходной, завтра тоже. Но завтра у меня уже куча-куча планов. Посмотрим, как я это все вывезу. Так что начинаем день с завтрака. И дальше по плану вам покажу, что я буду делать. В итоге у меня на завтрак вот это и супер протеиновый коктейль. Здесь у меня 2 ложки бананового протеина, пол ложечки шоколадного протеина, банан, груша и молоко из овсяное, короче, молоко. Это очень вкусно, это очень полезно и закрывает дневную норму белка. Пошли кушать, ребята, и кое-что покажу. У меня на сегодня вот такой огромный список всего, что мне надо сделать. Но это надо сделать, поскольку я уже не знаю, сколько этого не делала. Мне просто не было времени, не было на работе. Поэтому сейчас поем, будем заниматься. А еще покажу вам много всего интересного. Начала я вчера смотреть шоу «Холостяк» и наткнулась на такой момент. Практически через одну девочку все наколотые губы. Это какая-то болезнь головного мозга или что? Я не понимаю, зачем. Ну, типа, они понимают, что они не уникальны в этом, что они как стадо, что они как все. Типа, я не знаю, вот я это вижу по-другому. И что, ну, что это было такое, что? Такая красивая девочка сделала эти губы, вот эта беленькая, которая сбоку сидит, и выглядит уже, конечно, как бабушка старая. Меня удивил другой момент. Тут есть девчонка, вот она первая пришла на хирург, сейчас покажу вам. Вот, девчонка, она уже вся сделана. У нее ботокс, у нее губы, у нее подбородок сделан, у нее скулы сделаны. Ей всего 25 лет. Причем это видно. Она когда говорит, это видно. Ну, как бы, когда девочка сделана, это видно. Я вот не понимаю, зачем вы так рано это делаете. 25, у вас все и так хорошо, люди. Мне 34 скоро. Как бы по мне видно, что мне уже можно уколоть и нужно уколоть. Ну куда же они в 25 годиков это делают? Ну куда? Я вот этого не понимаю. Такая кожа красивая. Ну молодость, ну видно. Ну... Бляха-муха, хочется сказать.
Я, наверное, в 35 начну уже что делать с собой. Вот. И весь вечер, вместо того, чтобы оценивать девочек, я сидела и спрашивала себя, да шо, ну, типа, зачем? И рассматривала каждую из них. Шо, девочки, на часах 2 часа дня Наташа нихера еще не сделала. Только волосы помыла, стирку еле-еле поставила. Все потому, что залипла в холостяка, потом в ТикТок. В общем, по списку, помыть волосы. У меня же ручка стирающая. Сейчас. Сейчас мы будем корректировать свой список. Так, помыть волосы. Сделано. Так, сделать стирку. В процессе убираю. Считаю, это уже сделано, потому что если одна стирка пошла, то следующая за ней. А все, уже все. Больше ничего у меня не сделано. Вот так. А, у меня в комнате очень-очень сыро всегда. Я с Алика заказала вот такие пакетики влагоуловителя. Вот у меня один уже открыт, и вот столько влаги за неделю у меня насобиралось. В ванной там почти половина. Очень как-то хорошо так прям работает. У мамы в шкафу в той комнате тоже. У меня всегда влага вот там вот на окне собирается. Я там повесила. И, кстати, да, надо повесить обратно. Вот сюда вешаем. Вот так вот. Типа оно собирает влагу. И у меня вот тут постоянно плесень, и тут постоянно мокро, а сейчас такого уже нет, потому что вот эта штучка, она собирает все. Я представляю, сколько было влаги, и когда у нас не было отопления. Это сейчас уж отопление, оно так шарашит. А, еще девочки. Сейчас купила себе кисточку для консилера, вот такую, Коди. Обалденно. У меня была похожая мальва, но пошире у нее была головка. Кисточка суперская, удобная, советую. Еще мне не нравится, как у меня пахнет одежда из-за шкафа, из-за сырости. Я себе купила две такие пакочки в Еве. Уже не первый раз покупаю. Классная штука. Можно в одежду бросить, она будет пахнуть. Ну, надолго хватает. И диффузор, аромадиффузор вот такой взяла. Вкусно пахнет лимончиком. Сейчас распакуем, поставим. У меня комната маленькая, поэтому пахнуть, я думаю, что будет сильно. Это вот это значит. Типа, переходка. А такой приятный. Вкусный аромат. Типа, и чё? Ага, надо снять походу крышку. Вкусно. Закрутить вот эту штучку и... Это не так стоит, пахнет. Туда засунуть палочки, они будут пропитываться и пахнуть. Посмотрим, посмотрим. О, такая ерундятина. Уже пахнет. Прям вкусно. Можно поставить в коридоре, чтобы пахло. Потом проэкспериментирую. Убрала эту пахучку в коридор, потому что для моей маленькой комнаты она слишком ядовитая, слишком пахнет. Хотя можно было на окно поставить, но пусть пока тут проветрится. В коридоре уже тоже начало пахнуть. Сейчас я вам кое-что покажу. Чем я сейчас буду заниматься под сериальчик, походу. Наташу прорвало. Достала все курточки свои зимние. Хотела в этой пойти на работу, но обнаружила epic fail. Раз. Два. Вообще она вся грязная. Я вообще не поймала, откуда эти зеленые грязные пятна на этом пуховике. Вот тоже все рукава грязные. И решила ее постирать. Тут он тоже какие-то грязные разводы. Но перед этим я все вот эти пятна замочу в пятновыводителе и потом только постираю. И видела, как ее распушивают с помощью фена и тремпеля. Так что будем делать сегодня такую махинацию. Также у меня сегодня, короче, день уборки. Мои кроссовки, в которых я тренируюсь. Грязные носки уже, надо их постирать. С хозяйственным мылом стираю. Что некрасиво. Какое-то пятно нашла на матрасе. Буду сейчас его застирать. Какие-то мелкие пятнышки на подушках. На вот таких вот понаходила. Меня они жутко раздражают. Типа, что это такое?
Вот, сейчас буду этим заниматься, это все чистить. Видите, как волосы уже отросли быстро. Решила всеми правдами и неправдами их отращивать, хоть какого бы они качества там не были. Хочу длинные волосы. Потом уже чикну, если что. Но тут уже, конечно, где-то... Давайте проверим, сколько сантиметров уже все. Ну вот, видите, 10 сантиметров минус. К сожалению. Ну да ладно. Вообще, мне идет вот такая вот длина волос. Вот такая. Это моя длина волос. Но пока буду держать. Вот это все буду мыть. Стельки, шнурки, грязные все. Пришло время ухаживать за обувью. Вся помыта, и она уже будет отправляться на хранение, кроме спортивных кроссовок. И я буду доставать уже зимнюю обувь, потому что уже холодно, нулевые погоды будут. Обувь стоит, сохнет, матрас тоже поставила сохнуть. Ой, что еще, что мне еще надо сделать? Я мой список, давайте смотреть. Так, кисточки я сегодня мыть, наверное, не буду. Шугаринг сделать нужно, брови нужно сделать, усы высыпать тоже шугарингом, ногти. И написать просто доктору, мне завтра созвон с доктором. Курточку я уже засунула в стиральную машину на деликатную стирку. Посмотрим, что с ней будет. Надеюсь, ей не будет хана. Девочки, мальчики, видите, знаете, чем занимается по вечерам одинокая женщина? Я вам сейчас покажу. У меня тут фен, моя постиранная пуховая куртка и тремпель. Вот тут самые куртки, все компактно. Это все надо расправлять вручную. Вот так вот весь пух расправлял, сушить. Эй, девочки, я лох. Я постирала куртку. И думаю, чего пух не расправляется? А он не расправляется, потому что там не пух, а поролон. Прикиньте. Я трошки распорола внутренности и поняла, что понесу-ка я к своей любимой швее, чтобы она мне ее открыла. И добавила туда немножко поролона, чтобы она была нормальная. Да, куртке, конечно, уже много лет, но все равно она в нормальном состоянии, еще можно поносить. Вот так вот. Или может... Кстати, она будет хорошая ветровка, если тут вообще убрать поролон. Хорошая мысль. В общем, понесу завтра к швее, посмотрим, что с ней можно сделать. Того. Я сделала ногти. Я сделала брови. В принципе, я все сделала, что планировала. На часах всего лишь 9 вечера. Сейчас смотрю мультфильм «Корпорация монстров». Что-то в ТикТоке попалось видео. Приколом из этого мультика. Это нельзя перевернуть. Вот. Прикольный мультик. И буду спать. Завтра у меня 11 сезон с доктором. В бассейн завтра идем с подружкой. Я купила купальник, кстати. Просто надо в швее и в этот магазин зайти. Так что спасибо, что были со мной. Всем тихой ночи, спокойной. Оставайтесь со мной на канале.